Спустя 10 лет использования перфоратора Hilti модель TE1, самый легкий перфоратор Hilti, решил я его разобрать. Вот столько там внутри грязищи. То есть ни разу его не мыли, не чистили, не смазывали. Все, что там вот было внутри, вся вот эта смазка с пылью превратилась просто в жесть. Так вот выглядят внутренности. Редукторы целиком металлические. Сейчас я все буду это перебирать. 10 лет послужил и до сих пор работает.